Что-то я сейчас какая-то толстая получилась. Нормально. А посмотри, куда летит. Так. Аня, у меня большая просьба, если куда-то будете, видишь, где? Вот на лестнице здесь. Вот мне куда-нибудь в уголок, так чтобы было хорошо. Хорошо, здесь никто не уволок. Да. Так. Ну вы как-нибудь порасслабленней. Здесь все нормально, да? Просто потому что это все есть. Чуть дальше. Найди его. Сейчас мы вас уже скоро отпустим. Да, вы мне только покажите, что там. Я прям расстраиваюсь, я не очень люблю. Вы знаете, вот все 25 человек, что надо, да, было все фотографировать, так все так говорят, что не любят фотографироваться, и плохо получается. Да, это действительно так. И... Наверное, в районе обеда уже сориентируюсь. Угу. Ой, очень хорошо. Я еще слышала, Миша там про окорок что-то говорил. Еще подпотошивать чуть-чуть. Да уж, как-нибудь культурно так как-нибудь. Угу. Может быть, там. Все, спасибо. Может, следующего пациента посадим? Одинаково, да, будет. А если у нас тучки возле вот этого магнитофона? Не, он... Страшно. А если здесь? С более другими вопросами решили ножи. Возможно, мы не то, что пойму пьяницы, мы и первым, кому... Ну, кошмар какой-то. Жуткая совершенно вся, отвратительная. Да. Ну, вот эти хорошие, где покрупнее. Ну, по-моему, вот это вот, наверное, стоит. Да, хорошие, кажется, да. Все, остальные все вообще убираем. Да? Стираем, чтобы не видеть. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо.